Ты еще кого-то ждешь, кроме меня, Кузьма? Сиплый! Как проехал? По дороге. Это что, армейский юмор? Флотский. Кузьма, там все в порядке? А, все в порядке. Может, проверим? Показать? Через 5 минут у вас тут все в клочья разнесется. С чего начнем? Давайте ящик грузите обратно в машину и в ангар разгружаться. И пересчитайте там все, чтоб сошлось. Пойдем, насчет бабок разберемся, Колышев. Колышев, зачем ты номера разные повесил? Хотел всех запутать. И что, из-за этого я корячусь? Слышь, майор. Хромой конь тебе, майор. Да хоть адмирал. Я по этому бабу с твоим начальством договорился, с полковником Барановым. Вот с ним свои проблемы реши. Что-то я не понял. Куда все делись-то? Алло, Сиплый! А разгружать-то кто будет? Я и груз таскаю, и деньги ваши через мой счет идут. Взял деньги в зубы и пошел. Да пошел ты! Слышь, Колышев, постой, ну давай договоримся. Стой! Поставок, а? Значит так. Или ты повышаешь долю, или я из дела выхожу.
Из такого дела просто так не выходит. Ты меня слышал? Ну не хотите, как хотите. Кузьма! Кузьма, Сиплый! Где вы? Черт! Да погоди ты! Погоди ты! Ты ответишь мне за это! Гвоздь нас закрыли! Вот! Мы здесь! Вот! Ездят как хотят. Ну да, мы же крутые, мы из Питера. Ну сейчас пообщаемся, товарищ. 20.06, АК-78, прижмитесь к обочине. 20.06, АК-78, прижмитесь к обочине. Повторяю, прижмитесь к обочине. По личным вопросам прием во вторник и четверг. Или тебя на допрос вызвали? Капитан юстиции Шевельков. Мне к начальнику. Николай Федорович, ну ты сам подумай, потерпевший он кто? Майор, действующий офицер. Кому, как не военному управлению, дело расследовать, а? Послушай, Воронов, труп найден в квартире. В квартире. На нашей территории. Колышев находился не при исполнении. Ну, сам понимаешь. Ты выйди с инициативой. А я где надо подержу? Ой, ну, не знаю. Формально повода нет, как ты не понимаешь? Да. Кто там? Товарищ полковник юстиции, капитан юстиции Шевельков прибыл для вступления в должность следователя согласно приказу о переводе. Капитан, а я что, разрешал войти? Ну, вы же сами сказали, кто. Я вам что, буду из-за двери отвечать? Кругом марш и ждать в приемной. Есть.
Откуда тебе такого байкера прислали? Из Питера. Да ладно. Из Питера. Из самого Питера, что ли? Ну, да. Нашу глушь. Напортачил что-то? Да не, вроде характеристика нормальная, без перегибов. У него по выслуге следующее звание подходит. Ну, а должности подходящей не было. Вот, видно, за звездочкой приехал. Понятно. Я ведь сам, между прочим, так когда-то здесь появился, и вот, как видишь, задержался. Коля, так что по поводу Колышева? Ладно, ладно. Я это дело вон новичку поручу. Начнет буксовать, ты там, на верхах. Поднимешь вопрос, я поддержу. Правда, таким образом я себя подставляю. Надеюсь, ты это понимаешь? Я, ну, за мной не заржавеет, Коля. Ну, спасибо. Давай. Давай, спасибо. На связи. Все, пока. Пойдем, буду вводить тебя в курс дела. Товарищ полковник, здесь проводится следственное мероприятие. Посторонним здесь не место. Ты где видишь посторонних? А? Прапорщик, обеспечить продвижение. Я сказал, что здесь происходит. А ты еще кто такой? Капитан юстиции Шевельков назначен провести дознание по факту обнаружения трупа. И что? Объясните мне, кто вы и на каком основании здесь находитесь. Капитан, ты как разговариваешь с старшим по званию? Тебе погоны не жмут? Упал, отжался. Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. На месте преступления представляю государственную власть и обладаю всей широтой полномочий, вне зависимости от звания. Так что я вопрос повторю. Вы кто? И на каком основании здесь находитесь? Я это уже слышал. Что дальше? Вы оперуполномоченный? Так точно, капитан Федоров. Товарищ офицер, проводите посторонних. А в случае неповиновения разрешаю применить меры принуждения вплоть до табельного оружия. Прапорщик, послушай, капитан, я полковник Баранов, командир военной части 17-138. Можете на два слова? Погибший майор Колышев был моим подчиненным. И в этой квартире могут находиться секретные документы. Я должен это проверить. У вас что, секретные документы принято домой относить? Ха. Не будь ты оловянным солдатиком, капитан. Ну, жизнь такая. Майор иногда работал с документами дома. А не могли они его вот из-за этих документов? В смысле, убить, что ли? Да. Ну, не знаю. Ну, сейчас и проверим. Я точно знаю, какой папки не хватает в рабочем сейфе. Угу. Сейчас посмотрим. Товарищ полковник, все, что нашел. Угу. Спасибо. Ну, спасибо, капитан. Мы пошли. Подождите, дайте взглянуть. Ну, я просто должен узнать, что именно вы забираете. Да потому что, это же секретные документы. Я представитель правоохранительных органов. Тем более, если они такие секретные, я все равно ничего не пойму. Да пожалуйста, пожалуйста. Благодарю. Ай. Это ж банковская отчетность. Что здесь секретного-то? Ну, ты же сам сказал. Ты ничего в этом не понимаешь. Ага. Ну, бумаги отдам только под опись. По приказу руководства. Прапорщик. У меня на улице вообще взвод морской пехоты. Но с вас достаточно будет одного прапорщика. Да вы что?
Решитесь напасть на сотрудников правоохранительных органов при исполнении? Это ты потом будешь доказывать, кто на кого нападал. А так я выполняю свой служебный долг. И делаю это так, как считаю нужным. Честь имею. Разозлил ты морского волка. Валера. Юра. Будем знакомы. Товарищ следователь, вы труп-то осматривать будете? Да. Угу. Чем мне знать? Может, это ты Колышева настроил, чтобы я тебе денег побольше отстегивал, а? Так это ты что думаешь, Колышев? С моей подачи, что ли, с тобой разговор затеял? И ты его грохнул, даже не посоветовавшись со мной? А что с тобой советоваться? Он мне весь склад разбомбил. И товар, между прочим, тоже увел. А у меня вот другой вариант. Мне кажется, что ты и товар весь себе забрал, и Колышева грохнул, чтоб со мной не делиться. Ты что думаешь, я совсем отморожен? Мы, между прочим, с твоих пукол и хороший навар имеем. Я людей своих кормлю. Ну, кинул я тебя и что, лапу сосать? Че менты там? Да че менты? Хорошо, что я эти банковские документы из дома Колышева забрал. Ты вообще чем думал-то? Достал он меня. Я про документы и забыл. Забыл. Короче, менты чего? Да че менты? Там новый следак появился, как он? Шевельков, кажется. И этот опер ваш, как его? Федоров, что ли? Начали тянуть. Я их на место поставил, слава богу. Федоров? Да. Ладно, займемся мы этим Федоровым. На связи. На связи. Кузьма! Оу! Пошли. Давай. Ольга Николаевна, вас там клиент подойти просит. Проблемы? Не знаю, я ему меню принесла, он пролистал и сказал, позовите менеджера. Я не знаю, что ему нужно, я даже сказать ничего не успела. Где он? За четвертым. Я здесь. Я менеджер, что вы хотели, какие вопросы? Девушка, доставка цветов. Юрка, Юрка! Ты что тут делаешь? Слушай, ну не все ж тебе ко мне ездить. Тем более ты намекала, что нужно с родителями познакомиться. М? Не передумала? Так рад тебя видеть. Чего ж ты не предупредил, что приедешь? Мне же нужно родителей подготовить. А мне еще работать до вечера. Ну, ничего, у меня тоже пока дела. А какие у тебя дела в нашем городе?
Давай часиков 5 к вам приеду и расскажу. Нормально? Ты знаешь адрес. Ну, я же следователь. Как у тебя дела? Не голоден? А у меня вот совсем плохие дела. Образования не хватает. С электроникой с этой. Понапридумывали паралей. Да. Вот что. Похоже, сам я не разберусь. Да. Кто там? Шевельков, разрешите войти? Да, входи. Ну что, капитан, научился, как правильно к начальству входить? Молодец. Ну что у тебя там? Давай, докладывай. Товарищ полковник, по делу об убийстве Колышева мне требуется некоторая информация. Вот очень санкция ваша нужна. Я запрос подготовил. Не понял. А зачем тебе движение средств на счету у Колышева? У него что, там миллионы? Вот это я и хочу проверить. А убийство, говоришь? У тебя что, есть заключение эксперта? Поквартирный обход сделан, да? Протоколы допросов, свидетели опрошены. Есть постановление о возбуждении уголовного дела? Есть у тебя все это? Есть? Да какого черта ты мне вот этот запрос в банк делаешь? Причем здесь банк, когда надо убийцу искать, если это вообще убийство? Землю рыть, а он мне бумажки подсовывает. Ты что, у себя там экономическими преступлениями занимался, да? По накатанной решил пройти? Учти! Я бездельников не терплю. Бумажки он мне подсовывает. Товарищ полковник, на квартиру Колышева зашел его начальник, полковник Баранов, и изъял документы, якобы секретные. А там банковская отчетность Колышева. Что? Ты позволил забрать документы с места преступления, а теперь задницу прикрываешь. Да я слышать ничего не хочу. Никаких банков, никаких счетов, никаких миллионов. Сначала все оформишь от и до, все версии бытовые отработаешь. Ты меня понял? Видеть тебя не желаю. Клювом марш, иди работать, сопляк. Через час приедет. А чего ж ты не предупредила? Я бы обед сварила. Ну, мама, откуда я знала? Он пришел ко мне сегодня неожиданно на работу. Знаешь, как я обалдела? Ой, доча, доча, молодо зелено. Вань, вот ты что до сих пор не переоделся? Гость в доме, а ты рыбачишь. Рыбак ты. О, иди давай. Ну, пап, папа. Ну что, метеоролог, снял показания? Что там с погодой? Ты что в майке до сих пор? Я ж тебе рубашку нагладила. Иди переодевайся быстро. А что такого? Мне что, может, еще и фраг для него с бабочкой надеть? А потом чечетку ему, что ли, станцевать? Вообще. Что за повод-то, мент какой-то? Не мент, а следователь. Да, все они одно. Ой, Ольга. Свататься будет? Не знаю. Сказал, хочет с родителями познакомиться. Ну, а для чего с родителями знакомиться? Сватаются. Ой, Ольга, заберет он тебя в Питер из нашей дыры.
У него жилье-то есть? Ну, мам. Ну, че, мам? Ты, мать, это ты вам слушай, сейчас слушай. Любовь до цветочки. А жизнь, она штука сложная. Идет метеоролог. Он накаркал. Сейчас дождик будет. А ты говоришь, солнце. Ты чего мечешь-то? Собрался куда? Ага, надо еще по работе съездить. Валер, сколько можно? Можно хотя бы один день дома нормально побыть? Слушай, не начинай. За тобой, что ли? Сиди я сама. Ты что так плохо ешь? Давай долегай на супчик. Смотри, как батя ест. Раз-два, раз-два. Давай. Тебе. На площадке ждут. Я скоро. Здорово, Федоров. Здорово. Давно не виделись. Со школы, а? Еще бы лицо тебя не видеть. Здорово, Кузьма. Тебе что надо? А? Поговорить с тобой хотел. Пойдем, что ли, на воздух? А о чем мне с тобой разговаривать? Дороги давно разошлись. М? Че ты ломаешься так, как тёлка? Пойдем, говорю. Да не бойся, не тронем тебя. Пока. Ну, пойдем, если недолго. Ты лук-то в середку нарезала? Я все нарезала. Ну, давай. О, Коль, ну ты что грызешь-то? Ну, погоди, Дей. Ну. А чего тебе можно, а мне нельзя? Мне можно, а тебе нет. Приехал. Ой. Да уж, герой. Эх, какой он. Твой? Да красавец. Мой. И мотоцикл у него какой-то красный. Вань, иди сюда. Вань, а. Проходите. Ага. Проходите. Ой. Красавец. Ой, как мы рады. Ольга столько про вас рассказывала. Думаю, когда же он приедет? Когда же ты познакомишь? Думали, уже не дождемся. Это мои родители. Наталья Ивановна и Николай Петрович. Ну, Юра, садись. Будем знакомиться. Извините. Да. Здорово. Слушай, новость есть. Надо бы встретиться. Валер, сейчас не могу. Ну, давай, может, чуть попозже. Через 2 часа на втором пирсе. Нормально? Окей, знаешь, где он, да? Все, давай, до встречи. Слышь, дашь на байке прокатиться? Ездить-то умеешь? Вань, кому чё? А ты про мотоцикл. А что такого? Умею. Я на слесаре учусь, в мастерской работаю, мы там байки чиним. У нас самая лучшая мастерская. Мать, ты ничего не забыла тут на стол? Ой, она же меня остужается. Сейчас принесу. Вы знаете, я не буду, я за рулем. То есть как это ты не будешь? Ты знакомиться пришел, и что, не будешь, что ли? В следующий раз. Это не по-русски. Когда это в следующий раз? Ты что, в Питер, что ли, сейчас опять укатишь? И жди тебя потом оттуда. А я к вам перевелся сюда, в местное управление. Так что я надолго. Не поняла. Значит, мы думали, что этого Олю к себе в Питер заберете, а это значит, вы сюда. Ну... Знаете, здесь перспектива роста карьерного лучше. Ну, а со временем, думаю, что и в Питер переберемся. А жить-то вы где будете? Тебе жилье-то от службы дают? Знаете, жильем не компенсирует. Но найти я его, в общем, должен сам.
Mm-hmm. Я на вашего местного mm-hmm. риэлтора понадеялся одного, и не получилось. Mm-hmm. Хотел вот у вас спросить. Может, знакомые какие-то есть по этой части? Надо подумать. Подумай, подумай. О, а что думать-то? Вон у нас третья кухня пустует. Можно там комнату оборудовать. Да. Приехал знакомиться, и вдруг, угу. глядишь, жить остался. Ну, что особенного-то? Ну, хватит Папа. Тебе. Что, деньги зря на сторону платить? Пусть живет. Вон у нас полстанции пустует. Но... Ты-то не больно зарабатываешь. Ну, Ветеролог чертов. Чего ты? Я знаю, как ты в 90-е от долгов ныкался. Но... Если бы не огород, вообще б ноги протянули бы. Ванькину комнату ему можно отдать. Она и лучше. И подороже. Привет. Здоров. Чё мрачный такой? Фух. Давай по порядку. Короче, первое. Ездил я на место пожара, поговорил со знакомым инспектором. Версия такая. Поджог. Но гвоздь со склада успел все вывезти. Второе. Я проследил за гвоздем. Он за городом разговаривал с бараном. С полковничком нашим? Да. О чем говорили, я не знаю. Я не смог близко подойти. И третье. Ко мне сегодня приезжали люди гвоздя с угрозами. Угрожали мне, моей жене и сыну. Посоветовали поискать крайних по делу Колышева. Мол, по пьяни его убили. Значит, это они. Ничего не докажем, а их только разозлим. И что? Теперь пускай все будет, как они хотят, что ли? Послушай, вот часто за жену и ребенка испугался. А ты не боишься, что они еще кого-нибудь убьют? Ну или сын, например, твой вырастет и к ним попадет. Об этом не подумал? Слушай, ты что мне морали читаешь, а? Да, я испугался. За жену и за сына. А за кого мне еще бояться? Вы тут приезжаете и уезжаете, а нам расхлебывай. У нас был уже один такой, народный мститель. Викинг, рыцарь на байке. Хотел в одиночку всю банду разгромить. В итоге его самого на тот свет отправили. Ты меня пойми правильно. Я работать не отказываюсь. Просто я не знаю, надо как-то осторожней, что ли, понимаешь? Понимаю. Кто конкретно к тебе приезжал? Кузьма. Он что-то вроде бригадира у гвоздя. Как мне этого Кузьму найти? Тебе зачем? Да так, пообщаться хочу. Да ты не беспокойся, тебе не подставлю. Да я-то не беспокоюсь. Короче, они по вечерам на косе тусуются. Там типа местного клуба стритрейсеров. Гоняются на байках, на тачках. Моя тема. Да там увидишь, у них машина такая старая, красная. БМВ. Информацию принял. Поеду пообщаюсь. А ты не беспокойся. Раз угрожаю, значит бояться. Бывай. Алло, Кузьма. Мочу, я на прошлой неделе купил тормозные колодки. Мертвая стоит машина. Не купил, не расскажешь. Здорово, пацаны. Катаетесь? Нет, на звезды любуемся. У нас тут кружок астронавтики. Ну, я так и думал. Новеньких-то в кружок принимаете? Ты откуда такой взялся-то, а? Да так, заблудился. Призовые конкурсы приветствуются. Бабки лишние завалялись, да? Бабки лишними не бывают. Я, может, заработать хочу.
Ну что же, давай погоняемся. Кто первый, того и приз. Проиграешь — с тебя твой байк. Идет. Ну и отлично, а я тебе на первый раз фору дам. Не я поеду, вот кореш мой, Сиплый. С нас двойная ставка. Кстати, Юра. Кузьма. Ну что, поехали? Ну, вперед. Старт там, на косе. Кузьма, ты что задумал? Да это тот мент, про которого Федоров говорил. Шуганем его. Пусть в грязи поваляется. Может, будет знать тогда, с кем надо дружить, а с кем не стоит. Давай, попробуем. Слышь, капитан, ну так кто все-таки машину-то стрелял, а? Да я не знаю, я его даже и не разглядел толком. Может, из этих кто? По мотоциклу нельзя познать? Да в том-то и дело, тут такого байка нет. Там совсем олдскул. Че за скул? Марка такая? Да нет, ну старый аппарат, классика, раритет. Понятно. Слышь, капитан. Ну так, давай без протокола. Кто тебя все-таки спас? Да я не знаю, он из ниоткуда появился и исчез. Ну что мне так, в протоколе писать? Появился темный рыцарь на байке? Рыцарь на байке. Что? Слушай, дай позвонить, а? Я телефон разбил. На, держи. Угу, спасибо. Алло. Алло, Оль.
Юра, это ты? Да, это я. Слушай, я сегодня на работе задержался. Там твои как, не сердится? Ты не мог бы сегодня переночевать где-нибудь в другом месте. У нас уже спят все. Ясно. До завтра. Угу. Спасибо. Слушай, довези до управления, а? Ты что, еще работать собрался? Да мне ночевать не. Че не довезти, довезу. Садись. Давай. Я поехал. Гвоздь! Эти гниды Сиплова завалили! Если дочку этому, ноги руки повыдергаю за него. Ну, молчи. Я тебе что? Слово давал. Я вообще какого рожна полез к следаку этому? Шугануть его хотел, чтоб не лез куда не надо. Ха-ха! Шугануть. Дави! А это теперь я тебя шугануть решил. Ты куда, щенок, без команды полез? У меня все под контролем было. А теперь, если этот следак такой же упертый идиот, как ты, его за уши от дела не оттащишь. А ты еще рисанулся там. По полной программе. Он все равно мне за Сиплова ответит. Ты что, совсем мозг потерял, придурок? Этот следак дело Колышева ведет. Тронул его хоть пальцем, считай, сам признался, что Колышева завалил. А может, ты еще и меня замазать хочешь, а? Скотина тупая. Чтобы близко к нему не подходил. Сидеть тихо и не высовываться. Я внятно объясняю. Свободен. Ты, давай на его место вставай. Ты чё встал там, Бизон? Вперед давай! Попал. Ответит у меня этот следачок. Но ведь Гвоздь сказал. Заткнись. Гвоздь это сказал мне. А ты ничего не видел и не слышал. Ты понял? Ты подо мной ходишь. А вякать будешь, вылетишь из моей бригады, поедешь помидоры на базар охранять. Ты чё встал-то? Поехали! А дома нет никого. А где все? Ну, в городе. На работе. А где байк? А, так его. Побил немножко. Инструменты есть в доме? Ты его здесь собрался ремонтировать? Давай к нам, в мастерскую. Я сам починю бесплатно. Какую мастерскую? Ну, я вчера тебе говорил. Я на слесаря учусь. В мастерской подрабатываю. Ага. Там и байки чиним. Я хочу себе байк собрать, ну или старый какой-нибудь отреставрировать и кататься. Слушай, а у вас байки реставрируют? Угу. И мастер есть хороший? Ну, все так себе, но к нам один ходит, он на реализацию реставрированные байки сдает. Вот это мастер. Из любого этого мусора конфетку сделает. Сам на Харлее 93-го года гоняет. 93-го, говоришь? Угу. А как выглядит? Ну, хромированные трубы, высокий руль. Я не про байк, я про этого, Самоделкина вашего. Ну, имя есть у него? Я не знаю, но вообще он только с хозяином разговаривает. Я не рискнул подойти. Ясно.
Мастерская далеко от центра? Нет. Покажешь? Да, пойдем. Дядя Мить, привет. Это Юра, сеструхи мой парень. Он свой байк маленько раздолбал. Но я сам починю, ты с него денег не бери, ладно? Дима. Юра. Работы, коли хочется, все равно на сегодня заказов нету. Ага. Я к вечеру все сделаю, ты не переживай. Спасибо. Хороший аппарат. Резвый? Даже слишком. Пацаном был, все о таком мечтал. Ну, а сейчас уже что-нибудь посолиднее хочется, типа кастом. Ванька говорил, у тебя какой-то самоделкиный с золотыми руками. Дашь контакт? Не, извини. Если что-то от него будет, то сообщу. А что за конспирация такая? Поставщика боишься потерять? Не, просто он с самого начала говорил, что сам с клиентами общаться не любит. Ну, мол, я тебе товар сдаю, а дальше все, извини, сам. А мне что, тоже хорошо? Гарантия, что мимо меня ничего скидывать не будет. А сколько ждать? Ну как я узнаю, есть от него что-нибудь на продажу или нет? Он сегодня за деньгами приедет. Я у него узнаю. Познакомить точно никак? Сказал же нет. Что случилось? Слушай, похоже, с нами еще кто-то здесь в игры играет. Ночью Кузьма пытался на следака наехать. Устроил гонки, пытался его столкнуть. Тут какой-то байкер появился. Ага. Палить начал. Следак-то жив и здоров. А у меня по людям минус один. Слышал я про аварию. Ну и что? Кузьма навернулся? Да лучше бы Кузьма, урод. Нет, сиплый. Меня этот байкер напрягает. Тогда на складе тоже какой-то байкер был. А под тебя твои копать не могут? Но есть же у вас типа службы собственной безопасности. Военспецы в смысле? Да нет. Я же документы банковские у Колышева изъял. Концы в воду. Пускай хоть закопаются. Я тебе еще не все сказал. Когда склад рванули, у меня сейф пропал. В смысле? А там флешки. Со всеми нашими проводками и графиками поставок. И что ты раньше молчал? Что ты вообще о чем думаешь? Хватит орать. И что сейчас делать будем? Ты же документы у Колышева забрал, а записи вы с Колышевым шифром вели, чтобы типа никто не догадался. Так это гражданские не догадаются. А если военспецы, то в раз расшифруют. Да хватит орать. Давай думай, что сделать можно. Что делать? Что делать? Следака трогать вообще нельзя! Вообще забудь про него! А займись этим долбанным байкером! И найди его хоть из-под земли, понял? Все, давай. Здорово. Здорово. Рука грязная, извини. Ну как? Здорово. Ну что ты делаешь? Я тебе говорю, ты километра два от деревни отъезжаешь, там шикарное поле. Мы там с ребятами в прошлом году...
Отпечатки оставить не боишься? Положи на место. И как ты меня нашел? Ну, я все-таки следователь. Ну и зачем я тебе понадобился, следователь? Это долгий разговор. Отойдем? Пойдем. Значит, следователь, о чем будем говорить? Но для начала, когда меня спасли, как на нужном месте оказались? Тебе просто повезло. Я вообще не в курсе, за что тебя Кузьма прессовал. А вы Кузьму знаете? Слишком много вопросов. Я расследую убийство Колышева. Слыхали про такого? Капитан третьего ранга. Значит, завалили они Колышева. Ну что ж, так ему и надо. Не будет связываться с кем попало. А вы каким боком к этому относитесь? Ну, скажем, у меня хобби такое. Баранов и Колышев продают оружие со склада, а я, как могу, им мешаю. Пожар на складе ваших рук дело. Может, и моих только не докажешь. А я и не хочу. Пока. Я хочу Баранова и Гвоздя посадить. Как положено. По закону. У тебя есть доказательства? Доказательства будут. Баранов из квартиры Колышева забрал какие-то банковские документы. Хочу за ниточку эту потянуть. Ты не знаешь, что это за штуки? Флешки. У меня не получилось открыть какие-то там пароли сложные. Так можем поехать ко мне, я распакую. Нет, к тебе не поеду. Хорошо, поехали к вам. Нет. Ну, дайте тогда мне их, я поеду домой и поковыряюсь. Не дам. Да что вы такой упрямый? Вы вообще какое-нибудь другое слово, кроме «нет», знаете? Ладно, предлагаю компромиссный вариант. Поедем в кафе, где есть компьютер и интернет. Знаешь такое место? Знаю. Вот только не говорите опять «нет». Неужели вам самому не интересно, что на этих флешках за информация? Ладно, поехали. А заодно и поем. Куда? Ужинать скоро. Я с ребятами уже покушал. Ваня! Ну, давайте ваши флешки. Ну, это вроде не запаролено. Ни один файл не открывается. Так это ключ доступа в интернет-банк. Надо через сайт банка заходить. Да. Такой ключ просто так не подберешь. Банк через интернет-доступ ставит отслеживание взламывающих программ. Попробуем, и флешка заблокируется. А если человек пароль потерял, что тогда делать? Ну, ехать в банк, писать заявление, хотя… Ну, вот если человек находится далеко, например, в отпуске, ему пароль могут прислать на телефон. Да телефона только вот у нас нет. Попробуй эту симку.
Зашибись. А вот этот салатик? Вы порекомендовали бы, да, его нет? Да, слушайте. Хорошо, давайте возьмем. Насчет Колышева вчера закрыли, явно после смерти владельца. Мне тут ничего интересного. Надо в архив лезть. А через интернет нельзя? Да нет, в банке же внутренняя сеть. Давайте вторую попробуем. Так, а здесь пароль на доступ. Это мы в раз. Ну вот, всего один файл. Ничего не пойму, то ли файл поврежден, то ли... Дай гляну. Эх, молодежь. Это старые морские коды. Вот смотри, это ДТ. Это условное обозначение действий. Вот, например, 2 декабря прошлого года у них была передача товара. Это я и сам знаю. Передача товара обозначается вот так вот. Угу. Вот, следующая дата с таким же обозначением. Значит, тоже была передача товара. Получается, завтра у них снова передача товара. Но нам же никто не поверит. Туда нужно группу захвата вызывать. А мне ее никто не даст. А мне не надо. И тебя я с собой не зову. Но это ж не метод. Надо все делать по закону. Надо брать санкцию. Идти в банк. Смотреть информацию по движению на счете. Тогда можно будет всю схему вычислить. У них архивы все должны на сервере остаться. Понятно. А что до сих пор санкции не получил? Ты же следователь. Ну, я пытался. Начальник мне санкцию не подписал, сказал, версии бытовой отрабатываю. После вчерашнего вообще с дела отстранил. Вот видишь, ног ты по закону нарыл. Ладно, давай симку. Вот так, мать, значит, теперь будет. Никому мы стали с тобой не нужны. Ни дочери, ни этому мотоциклисту недоделанному. Подобрей нельзя. Она дочь твоя, и любит она его. Вот пусть она его и любит. Не знаю, как теперь тебя и дозывать-то. Олечка. То ли квартирант, то ли гражданин след... недоделанный. А ведь можно просто Юра. А, Юра. Юра. Садись. Николай Петрович. Да? У нас вчера с вами как-то нескладно все получилось. Давайте жить дружно. Дружно, говоришь. Давайте жить дружно. Дружбу я люблю. Мать, беленькую неси. Сегодня будешь? С вами обязательно буду. Вообще отлично. Готов на любые подвиги. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Викинг, говоришь? Ты хоть слышал о нем вообще? Я слышал. И что он сдох. Тоже слышал. Да мне по барабану. Сдох он или нет. Сиплый погиб. Из-за байкера. И этого следачка. И ответить они мне оба должны. Я тебе, кажется, сказал. К следаку не подходите. Ты не нажирайся сегодня. Ж.
жену поучи свою. Что? У меня друг погиб. Кузьма, может, хватит? Ты и так уже. Чего это я и так уже? А вы-то кореша своего помянуть не хотите, а? Друзья. Водки еще принеси, а? Слыхал, да? Вот так вот женишься, и тобой так же будут командовать. Это до свадьбы они такие пушистые, да, покладистые, а ласковые. А после свадьбы и нет тебя. Пап, ну что ты такое говоришь, а? Правду. Нормально у тебя мужик. Вроде нормальный. Хоть и мент. Следовать. А, какая разница? Одно и то же, мент и все. Так. Спать. Завтра на работу. Давай, работник. Метеорологические показатели надо снять. Снимешь, снимешь. Да, и вы тоже спать ложитесь. И чтобы без этих штучек. Угу. Я этого вам не позволю здесь устраивать. Иди, иди, иди. Только после свадьбы. Папа, иди, иди, спать. Давай, давай, иди. Там тебя метеорологи ждут. Иди, что иди. Куда ты? Отвалили от меня? Кузьма, сейчас в другой кабак поедем, отдыхать будем. За руль, ты же в хлам. Это же мент это. Стой, Кузьма. Пацаны, сейчас, стой. Пацаны, давайте. Давай, скорее, скорее, за ним. Мент, допрыгался? Ёшкин кот. Это что за пацан такой? Кузьма, валить надо, валить! Слышишь, чувак, будешь болтать, найду. Не заставляй за тобой бегать. Поэтому скорую вызову. Скажи, что сам улетел. Петров! Чего? Зайди-ка. Что-то с камерой случилось? Или еще что-то? Слушай, сходи, проверь. Вечно у тебя что-то ломается, а? А что я-то?
Тебе что надо? Отменник работает. Че? Не понял. Сейчас стрелять буду! Откуда ты здесь? Что-то мне подсказало, что вы можете сюда полезть. Интересно, что? Ну, вы же волк-одиночка. Вам информацию никто не сливает, вы ее сами достаете. Да и на законы вам плевать. Что, тоже решили все ходы-выходы Гвоздя и Баранова проверить? Ладно. Если пришел, поможешь мне. Ты же с электроникой дружишь, вундеркинд? Еще как дружу. Вот и хорошо. А то мне придется информацию из компьютеров ножом выковыривать. Но вот это уже другой разговор. Пойдемте, я знаю, куда идти. Мое сердце не доведут до добра эти мотоциклы. Это твой счет. Ну, мама. Что, мама? Вы родственники? Да. Родственники, а вы кто? Капитан Семенов. Провожу дознание по факту ДТП с вашим. Кто он вам? Сын. Пара вопросов. Мотоцикл зарегистрирован на гражданина Шевелькова. Каким образом? Ваш сын оказался за рулем. Шевельков вам кто? Он мой друг. Он у вас работает. У нас это где? РУВД? Нет, он в Следственном комитете. Ну, недавно перевелся. А, припоминаю. Что же этот гражданин Шевельков доверяет свои транспортные средства несовершеннолетним? Ой. Это вашего брата даже прав не было. А, вы, значит, на него хотите дело повесить? Коля. Я что, хочу Коля? Разобраться. Это моя работа. Ваша работа – ловить преступника, а не совать нос к людям, у которых горе, беда. Ванечка мой! Ванечка! Ванечка! Фиксируйте время смерти. Родителям кто скажет? Ну, я. А тут разве нет защиты от взлома? Ну, как в интернет-банке. Конечно, есть. А вдруг нам повезет? О, повезло. Пароль. Вот это да. Так, вот счет Колышева. В общем, деньги ему перечисляли из фирмы «Гвоздика». Надо будет пробить потом, что за фирма. Скорее всего, одна из фирм «Гвоздя». Понятно. А он переправлял их... Баранову.
Да нет, он даже не побоялся на свою фамилию счет открыть. Ну что бояться-то? Банк же свой. Ну теперь мы их точно повяжем. Это с чистой воды доказуха. А это зачем? Скачаю данные. Чтобы было. Кто делом по ночному наезду на мотоциклиста занимается? Ну, я занимаюсь. Что? Что известно? А ничего не известно. Один свидетель. Ничего не видел, ничего не знает. Какая-то темная машина. Ни номера, ни марки. Короче, мы это дело вам в следком передаем. Тяжкая статья, не наша подследственность. Да как ты ничего не видел? Хочешь Федорова спроси. Он там тоже был. Со свидетелем разговаривал. Кстати, ключи забери. И мотоцикл свой тоже. Валер. Федоров. Федоров. Ты со свидетелем по Ване разговаривал. Ну, разговаривал. Ну и чего? Кузьма это был. Видимо, Ваньку с тобой перепутал. Я когда приехал, поначалу тоже подумал, что это ты. Аппарат твой, шлем твой. Да, там был один свидетель. Но он официально никаких показаний давать не будет. Боится. Чего за свидетель? Как его найти? Да ты не о том думаешь. Ты врубаешься? Парень погиб из-за тебя. Видишь, к чему все это приводит? Да если бы вы все здесь не были бы такими трусами, бандиты бы здесь не хозяйничали, а давно бы уже всех взяли и пересажали по закону! У нас по закону по 30 бумажек нужно на каждый шаг подписать. Они либо пулю в лоб, либо нож в ребро. И ничего подписывать и доказывать не нужно. Где Кузьма живет? Тебе зачем? Напиши, что он тебе признательные показания. Тогда можно будет и свидетеля твоего трусливого подтянуть. Лесная 7. Удачи. Девушка, я же вам объясняю, труп криминальный. Без разрешения следователя вам его никто хранить не даст. А следователь еще не все экспертизы назначил. Вы лучше насчет кладбища пока похлопочите. Ну, послушайте, вы на кладбище требуют свидетельства о смерти. Без него участком никто заниматься не будет. А свидетельства о смерти никто не даст без вашего заключения. 5:25. Не без моего, а без разрешения следователя. Девушка, я вам 3 раза уже объяснял. Идите, а? У меня рабочий день уже закончился. Вы не понимаете, что у меня брат умер? Вам все равно? Мне все равно. А вы представляете, сколько через меня трупов проходит каждый день? Мне не то что рыдать, мне вешаться впору. Идите, девушка, идите. Я никуда не пойду. Привет.
что за дела? Дела, говоришь? Есть одно. Статья 105 УК РФ читал? Предумышленное убийство. А если учесть, что ты меня убить пытался, так это вообще покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ты гонишь, мент. Очнись, урод. Против тебя свидетельские показания есть. Думай, что в частухе писать будешь. Какие показания? Ты приперся ко мне домой, без ордера. Стволом тут светишь. Да я тебя в бараний рог скручу! Допрыгался ты, следачок. Да ничего, сегодня мы и тебя, и кореша твоего на байке на ремни резать будем. Говори, кого ты на ремни собрался резать! Говори! Это гвоздь! Гвоздь хочет завалить того урода, который тебя на гонках спас! Сегодня вечером товар принимать будем, он наверняка опять притащится! Там мы его и порешим! Это тебе, считай, зачтется. Но признание по Ване все равно напишешь. Алло, дежурный. Капитан Шевельков, скорую на лесную 7, черепно-мозговая и следственную бригаду. Жду. Стучаться не надо? Что, рапорт на увольнение принес? Возьмите лучше эти бумаги. Я тебе никакие бумаги принимать не буду, кроме рапорта. Что это вообще такое? Копии проводок по счету Колышева. Причем это только малая их часть. Так, приход. Угу. Расход. Остаток. Это сколько остается? Процентов 30? Совсем совесть потеряли. На собственные уже счета открывают. А кто у нас денежку-то присылает, а? О, гвоздика! Гвоздя фирмочка. Я давно на нее глаз положил. Откуда у тебя это вообще? Это агентурная информация. Но если вы мне все же дадите санкцию, банк будет вынужден предоставить ее официально. Причем у меня есть все копии. Если банк попытается что-то скрыть, у них ничего не получится. Упертый ты малый, Шевельков. Да, признаю, с бытовой версией был неправ. У Савельева тоже никто не раскололся. А ведь, пожалуй, на этом можно будет гвоздя прихватить. Почему только гвоздя, а Баранов? Вот
похвалил тебя сейчас и зря. Ну что ты за следователь? Баранов полковник, его надо брать с санкцией военного следователя, как ты не понимаешь? Да, но если мы будем брать только Гвоздя, мы рискнем упустить Баранова. Он может просто скрыться. Логично. Вот поэтому я сначала созвонюсь с Вороновым из военного управления, согласую с ним план действий, а ты пока сидишь тихо и ни с кем ничего не обсуждаешь. А вот эти бумаги убери и спрячь, понятно? Держи, до поры до времени. Молодец. Упертый малый, шустрый, главное. Ладно, свободен. Я позвоню, иди. Алло. Воронов. Что, узнал? Новостей хоть пруд пруди. Как говорится, вагон и маленькая тележка. Так что и тебе пора подключаться. ЧП. Следачок этот нарыл банковские документы на тебя и на Баранова. Сыромятников хочет дать им ход. Но без моей санкции задержать Баранова нельзя. Максимум, что я могу делать, это тянуть время. А тебе придется линять. Что? Мне линять? Да. Я здесь хозяин. Из-за какого-то следачка. А документы сейчас у кого? У Сыромятникова или у Прыщаетова? У Шевелькова. Да какая разница вообще? А что, если у следака документов не найдут? Да как не найдут? Потом есть еще этот байкер. У него наверняка остались копии. Ты как его собираешься искать? Если найду одного, значит, найду и второго. Слушай, а у следака этого какие-нибудь близкие или знакомые здесь есть? Никого, он из Питера. Хотя... Парень, которого вчера сбили, он вроде брат его невесты. А, невеста. Что-то ты совсем плохо выглядишь. А как ты хотел? Гость совсем с катушек слетел. Опер этот землю роет. А гость от меня требует новые поставки. Я ему говорю, надо зашухариться. Лечь на дно. Разрешите? Подожди! И видишь, я занят! Андрюша, успокойся. Гвоздь контролирует ситуацию. Я тоже держу руку на пульсе. И следа твой ничего не найдет. Тебе легко говорить. Ты ничем не рискуешь. Только бабки загребай. Ну-ка, успокойся. Ты на своих нервах всех нас подставишь. Возьми себя в руки, сядь. Делаем так, как договаривались. Понял?
Понял? Все, мне пора. Давай, не затягивай бумагу. Разрешите? У меня все готово. Груз в машине. Когда выезжать? Андрей Викторович? Никуда мы сегодня не поедем. Ну, вы же сами вчера приказали. Когда? Когда скажу, тогда и поедем. Свободен! Есть. Когда, когда? Знал, что я приду. Догадался. Слушай, тут такое дело. Девушку твою, Ольгу, Гвоздь забрал. Сказал, вернет в обмен на документы. Времени у тебя до вечера. Значит, ты тоже с ними. Все нормально, нормально. Я разберусь. Да я-то тут при чем? Они знали, что я с тобой контачу. Приехали люди Гвоздя. Велели тебе передать. Думали, ты истерить начнешь. Правильно, думали. Я вообще не знаю, про какие документы идет речь. Понимаешь? Да, ты не мог знать. Значит, это Сыромятников. Они мне самому вот уже сидят. Только что я один могу сделать? Здесь я, на второй. Говори, где Ольга? Какая Ольга? Я не знаю. Считаю до трех. Раз, ну подожди, здесь два. Ребенок, жена, пусть они уйдут. Нет, пускай они знают, с кем они в одном доме живут. Они-то здесь при чем? А Ольга здесь при чем была? А брат ее младший, Ваня, при чем здесь был? Говори, где Ольга, урод! Говори! Ну, может быть, он их повез на камнедробильный комбинат. Звони, говори, пусть везет ее сюда! Он меня не послушает. Нет, сейчас я тебе точно колено прострелю. Да слушай, я не знаю, как на него повлиять. Он в последнее время стал сумасшедший. Я ничего не смогу ему... А ты попробуй.
А, кстати, у него сегодня поставка. Я должен был туда ехать, но раз такая ситуация, то может подъехать вместе. Вот хорошо, поехали. А можно я с семьей попрощаюсь? Нет, идем. Полковник Воронова. Воронов, слушаю. Это Елена Николаевна, жена полковника Баранова. Да, Лена. Все готово, Андрей Викторович. Дай ключи и свободен. Не понял. Не надо понимать, выполняй. За руль. Выходи. Где гость? Ну, там его домик. Давай, вундеркинд. Я здесь осмотрюсь. Что? Думаешь, умнее меня оказался? Бабу свою не жалко? Она у тебя хорошая. Отпусти ее. Давай сами разберемся. Ага, разберемся. Не стреляй. Я еще не закончил. Мои документы у тебя с собой? Документы отдай, иначе я твоей бабе лишнюю дырку в башке сделаю. Я считаю на трех. Раз. Два. Юра!
дурак ты, следователь. Уберите его, я с ним потом поговорю. Больше никого? Только эти и трупы. Придержите их тут. А ты откуда взялся? Оттуда. А вы что тут делаете, товарищ полковник? Ты что несешь-то? Ты же сам завязан по уши, а? И что делать собираешься? Что я делать? Я уже сделал. Я накрыл канал контрабанды с оружием. Вон склад, на который ты привез его со своим сообщником. Вон машина. Так что организатор Гвоздь, он погиб. Шестерками я сам разберусь, а вот ты... Посадить меня, что ли, собираешься? Стрелочником сделать? Ты совсем дурак, что ли? Замазался ты по полной, это правильно. Но брать я тебе не буду, поэтому мой тебе совет. Давай, беги, 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 давай. Беги быстрее. Давай, давай, давай. Ты как здесь? Задержите его! Что за маски шоу? А? То же самое у тебя спросить хотел. Почему работаешь на моей территории? Он чуть Баранова не убил. Он сбежать хотел. Чего ты врешь, а? Ты хотел избавиться от свидетеля! Он с ними заодно! Коля, ты кому веришь, мне или этой сволочи, ну? Ему верю. Полковник юстиции Сыромятников, начальник управления СК. С кем имею честь? Капитан Тихонов, спецназ морской пехоты. Вот что, дорогой мой. Это моя территория, а вы, понятно, что тут устроили. Так что давай, забирай своих бойцов и дуйте в расположение части. А товарищ полковник? А товарищ полковник с нами останется. Правда, Воронов? А, чего молчим? Останешься, Воронов? Или ты хочешь его силой забрать? Никак нет. Ну, тогда вопрос решен. Есть. Уходим! Ты совершаешь большую ошибку. Уже совершил. Когда доверился тебе. Это ведь ты слил информацию про документы. Баранову или Гвоздю, я не знаю. А после этого у Шевелькова невесту выкрали. Все хорошо. Тихо, тихо. А потом ты решил концы зачистить, да? За этим сюда приехал? Вот только не знаю, как ты узнал, куда ехать. Тебе что, Гвоздь отчеты пишет? Вернее, писал. Где у него склады? Ты-то сам как про склады узнал? А вот вопросы здесь задавать буду я. Жень, давай, грузите этих. Есть. Оружие сюда. Пойдемте, пойдемте, я сказал. Иду, иду. Отдыхайте, бойцы. Есть. Опять ты. Толя, выстави здесь охрану, я пришлю кого-нибудь для осмотра. Есть. Шевелькова и этого ко мне в машину. Хорошо.
что же мне с вами делать-то, а? Николай Федорович, а как вы про Ольгу узнали? Про все остальное? Ну, насчет всего остального мне еще разгребать да разгребать. А вот насчет Ольги... Ну, что ты за следователь, Шевельков? Неужели не догадался? Я поговорил с Петровичем, с твоим будущим тестем. Он мне про Ольгу рассказал. Ой. Ты думал, я информацию гвоздю слил? Юра, Юра! Простите. Ладно, надеюсь, эта история тебе мозгов прибавит. Поставили мы, короче, твой телефон на отслеживание, определили местоположение, вот и все. А ты, я думаю, мне много чего можешь рассказать, а? И насчет взрыва на складе у гвоздя, и насчет смерти Сиплова. А ведь за это по-хорошему и ответить придется. Мы с ним вместе пришли. Он мне жизнь спас. Ладно. Надоело мне с тобой кататься. Я тебе не такси, правильно, Сергеич? Давай. Иди, пока я добрый. Будем считать, что тебя тут не было, правильно, Шевельков? Не было. Ну, смотри. Надеюсь, больше ты мне не попадешься. Потому что в следующий раз я тебя обязательно накажу. Так точно. Свободен. А почему он сказал так точно? Что, военный? Капитан третьего ранга. Викинг.